Мужик — то, что надо. У Таньки Орловой красивый, как Пит, и как Арни здоровый. Приносит зарплату домой до копейки, цветы поливает из Танькиной лейки, готовит обед, после моет посуду, не просит у Таньки финансовой суды, не колет нежнейшую кожу щетиной и не напивается грязной скотиной, не курит, не шастает с другом по барам и в отпуск всегда со своим самоваром. А если у Таньки гормоны скандалят, он купит колечко и пару сандалий. Я слушаю Таньку, признаюсь, с опаской. Я взрослая тетя, не верю я в сказки. Я знаю, что муж у Татьяны Орловой не то чтобы нормальный, а очень хреновый. Зарплату спускает в день самой получки и злится на всякие бабские штучки. Не моет посуду, дымит прямо в доме. Похмелье такое, как будто он в коме. Уж Танька его на курорт, в санаторий, от пьянства лечить и от всяческих хворей. Он пропил и совесть, и ориентиры. Он ходит в Тамарке из пятой квартиры и носит ей бусы, часы из барахолки. А Танька пытается склеить осколки бывшей любви и тарелки разбитой. Он главное с ней, пусть он пьян и небритый, он Таньке своей ни цветка, ни колечка. Кончается в доме перловка и гречка, обшарпаны стены, текучка из крана, и как она терпит такого болвана. Он даже газеты давно не читает, она ж понимает, что он не читает. Он книгу в руках не держал лет 15. Но сколько же можно над ней издеваться? Она же к нему всей душою, всем телом. И как бы ей это ни осточертело, не надо ей принца на белой кобыле. Коня на скаку с Танькой остановили, в горящие избы входили с наскоку и не затевали ни драку, ни склоку. Мы с Танькою соли сожрали 3 пуда. Не буду с подругой сурова, не буду. Я здесь не советчик, я это, короче. Пусть Танька считает, что счастлива очень. Признаться, не знаю я, честное слово, считать ли мне врушкой Татьяну Орлову.